17 марта 43 года секретарь Тульского обкома партии Николай Чмутов направил руководству города Ленинграда письмо, в котором сообщалось, что трудящиеся Тулы собрали для жителей блокадного Ленинграда второй состав с продуктами. В эшелоне из 18 вагонов были отправлены более 200 тонн муки, другие продукты питания. Картофель и свежие овощи будут доставлены дополнительно с наступлением теплой погоды, уточнялось в сообщении. До победы оставалось 784 дня.